опять в добром и славном хуторе Арпачин. Вот так база изменилась за зиму. Старые домики уже почти все снесены. На месте появились новые, красивые, комфортабельные. Стройка еще продолжается, поэтому будет еще больше домиков. Вот сад такой фруктовый тут. Ну и вот внутри у нас все чистенько, все новое. Вот такая кухонька. Горячая вода есть. Что раньше здесь все-таки были совсем спартанские условия в старых домиках, а здесь уже хорошо. И вот такой санузел. Все аккуратненько, чистенько. Так что приезжайте сюда на отдых, на рыбалку. Здесь рыба всегда ловится. Места здесь хорошие. Тихо, уютно. Природа здесь хорошая. Приезжайте с детьми. И вид хороший из окошка. Ну и вот в другом домике примерно такое же расположение.
Вот так вот пришла вода. Метра на полтора, на два повысился уровень в Дону. Мы же должны рыбку поймать все-таки. Конечно. Сейчас она сообщит о себе знать. Несколько слов о вашей, так сказать, добропорядочной жизни. Вот ловим рыбку. С валерчиком. И какие ваши успехи? Две бутылки водки, три бутылки пива. Мелко плаваете. Надо тренироваться крупнее, так сказать, улучшать результаты. Ну, сегодня доберем еще.
да, да. Наверное, тот самый момент, когда не очень хотелось бы и поймать.